Всем привет, меня зовут Олег, я автор этого канала, и, скорее всего, если вы смотрите это видео, то вы знаете, кто я такой. Это видео будет посвящено тем событиям, которые сейчас происходят между двумя странами, Россия и Украина. Как выяснилось, к моему удивлению и сожалению, даже среди моих знакомых, друзей, даже родственников, оказались те люди, которые поддерживают войну с Украиной. В процессе общения с ними чаще выясняется, что люди не имеют родственников в Украине, не имеют друзей в Украине, никогда не были в Украине. Из средств массовой информации, которые они потребляют, чаще всего это телевизор, ТАСС, РИА Новости и прочие сводки Минобороны Российской Федерации. Чаще всего эти люди не были в других странах, они не видели стран Европы, США, другого западного мира, да пусть даже и восточного мира. И они живут в парадигме, что Россию окружил один большой враг. Также среди многих моих знакомых оказалось много людей с позицией «я вне политики», либо «спорт вне политики», либо просто делают вид, что ничего не происходит. На эту тему есть один анекдот. Вы наверняка его слышали, если нет, то я его сейчас вам расскажу. Отец с сыном едут. Отца с сыном везут в концлагерь. Сын спрашивает у отца: отец, а куда нас везут? Отец отвечает: не знаю, сынок, я не интересуюсь политикой. Специально для тех людей, кто попал, возможно, под тот список, который я обозначил выше, я созвонился с ребятами-лифтерами из Украины. Такие же люди, как вы. Понедельник — присед, среда — тяга, пятница — жим. Это те люди, которые объединены любовью к одному виду спорта, который любите, скорее всего, и вы, раз вы смотрите это видео. Это не нацисты, это не фашисты. Это такие же люди, которые могли жить с вами в соседнем дворе. Ходить с вами в один лифтерский зал. Просто посмотрите и послушайте, что говорят те люди, чья страна сейчас находится под обстрелами. Я не являюсь авторитетом для вас. Я не имею права навязывать вам чью-то точку зрения. Я не считаю себя никакой истиной в последней инстанции. Я не являюсь политическим экспертом. Просто послушайте людей, в чьей стране сейчас происходит военная агрессия. Так, Кирилл, привет. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься? В Харькове. Это, получается, поселок Жуковского. Это от границы где-то километров под 70, где-то так, плюс-минус. Давай пару слов о тебе, особенно в разрезе пауэрлифтинга. По поводу пауэрлифтинга, я, короче, так, мастер спорта Украины по пауэрлифтингу IPF. Еще один раз выступал в альтернативе, но такое было. Вот. В принципе, по результатам лучшие в приседаниях 270. То, что я показывал именно так на помосте. Жим 160, тяга 290. Это категория в 93, но там была альтернатива, там категория была 100. На связи Вячеслав Ильин, харьковчанин, подполковник МЧС. Место службы — Харьковская область, место проживания там же. В
Пауэрлифтинг пришел поздно, в 2016 году. Выступал в основном на чемпионатах области. Два раза была Украина. В 2019 году выполнил норматив мастера спорта IPF. Категория 120+. Лучший персонал бест. Присед 315, жим 157,5, тяга 310. Ну, сейчас из-за войны вынужден прекратить тренировки, так как пребываю постоянно на службе и занят, скажем так, более важными делами. Путь к МСМК пока остается закрытым. Привет, Олег. Да что рассказывать, все как обычно, занималась штангой, являюсь действующим спортсменом Украины, мастером спорта. По просьбе автора канала записываю ролик о происходящем в Украине, о том, что происходит лично со мной. Хотел записать экспромтом, получается очень плохо, либо очень длинное видео, 10-15 минут, либо мысли далеко не все выкладываю, либо просто начинаются эмоции, и толку такого видео ноль. Поэтому говорю сразу, записал мысли на листочек, так будет проще. Так будет четче. Говорю об этом для того, чтобы люди в России не сказали: заготовленная речь, видно, глаза бегают. Да, за пару часов мной написана квинтэссенция того, что происходит со мной, и того, что я хочу сказать. Привет, меня зовут Симко Богдан. Я функционер Федерации пауэрлифтинга Украины. Я международник по тройке в экипе. Судья первой категории, тренер и иногда ассистент. Начну со своей истории. Я всю жизнь прожил в Харьковской области, родился в городе Лозовая. Это Харьковская область между Харьковом и Донецком. Что туда, что туда, 140-150 километров. С 2010 года живу в Харькове. Андрей, привет. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься? Ну, если честно, этого я точно не могу сказать. А, ну ладно. В полях. Ну, типа, да, в полях, скажем так. Расскажи пару слов о себе, как о пауэрлифтере. Понятно, ты сейчас не в тренировочном трико. Ну да. Я почав займатися в 2017 році. На даний момент мені 22. Доволі багато травм мав, ну, з коліном, спиною і навіть з рукою. Короче, виступав на рівні чемпіонатів України. Краща сума в мене була 615. Це типу рівно майстра спорту я виконував, на змаганнях рівня чемпіоната області. До чемпіонату України, скажімо так, я не дожив. 18 березня в нас мав проводитись чемпіонат України у Львові, але так як почалась війна, підготовка, скажімо так, накрилась. Змагання відмінили і так сталося. Окей, напомню, а категорія у тебе? 83. То есть 615 – это классика, да? Да, классика. Це вот, мені от краща змагальна сума була 615 кг, рівно майстра. А от на цій підготовці я вже, в принципі, на 5, ну, в кращому випадку на 10 кг міг переробити, тому що прибавив в проходці в присіді на 5 кг, був 210, став 215. Жим лишити той самий, і тяга. Ну, тяга могла бути 260, 255, в принципі, нормально. Мені завжди йшло, тобто, якщо це би був чемпіонат України, а там кураж відповідальність, то, я думаю, можна було би і переробляти майстра. Ну, тобто, всі карти на то лягали, просто вся спортова війна. Мене звуть Юля, я пауэрліфтер. Я жила в Харкові. Готовилась к соревнованиям. 23 февраля я купила билеты, чтобы поехать на соревнования во Львов. Билеты были на 5 марта.
7 марта должен был состояться мой выход на помост. Как ты проснулся 24 февраля этого года? Да, в принципе, это было где-то в часов в 4, ну, где-то даже так с полпятого, наверное, было. Я проснулся от того, что услышал взрывы, получается. И утром, ну, получается, так в полпятого я посмотрел в окно, и было в 200 метрах так пожар. Ну, то есть туда уже прилетела, получается, ракета, и я уже, получается, так проснулся после того, как, получается, так наши делали уже ответку, понял? Туда. Ну, отстреливались обратно. Вот. От этих я проснулся, и не успели ничего не пособирать. Это уже было где-то часов 4:50. Прошло минут 20. Услышал истребители уже, кстати, было. Что так вот летает, там непонятно, блин. Я живу не один, а с Аней. Это моя, это, получается, такая девушка. И мы утром сходу все, получается, только пособирали там. Кофты, свитера, все, обувь. И убежали в университет ХАИ. Потому что там было бомбоубежище более-менее сносное. Вот. И там были где-то один день, плюс-минус. Никуда не уехал. Нахожусь постоянно на работе. Выполняю задачи, поставленные перед мной и перед государством Украина. 16 и 17 марта в составе сводного отряда выполняли задачи в городе Харькове по оказанию помощи коллегам. Вы когда-нибудь видели настоящие пожары в своей жизни? Доставали когда-нибудь людей из завалов, вернее, останки людей? А когда это происходит в условиях дружественного русского мира? Русский мир, блядь. Какие военные объекты могут находиться в частном секторе, в многоэтажках, рынок Барбашова, там, блядь, сплошной военный объект получается, больницы, детские площадки, садики. После очередного обстрела выехали на ликвидацию пожара на рынок Барбашова. Начинаем работать, идет обстрел, взрывная волна, люди падают. Ну, шо говорить, я как бы 150-килограммовый мужик, еле устоял. Через несколько минут выносят коллегу с пробитой головой, еще одного раненого. Машина подверглась деформации. Треснуло лобовое стекло, вынуждены были транспортировать этих ребят, ну, вернее, одного погибшего уже, в медучреждение. Молодой парень, 31 год, на месте погиб. И через весь город, через обстрелы мы двигались к больнице. А потом вынуждены были сидеть в части. Все. И ничего не могли сделать, потому что было просто невозможно работать из-за обстрелов. Все громыхало, гремело, вылетали окна, пожары, блядь. Пожары были в такой сложности, что, я не знаю,
Ну, не то, что этажи горели, дома сгорали целые, многоэтажки, 9, блядь, и выше. Я проснулась 5:30 утра от звука истребителя. Но я еще не знала, что это такое, почему я проснулась. Я подошла к окну и увидела второй истребитель, который полетел. Это точно такое же было в 2014 году, когда началась война на Донбассе. Я поняла, что что-то не то. Открыла новости, телефон взяла в руки, ну и все. То есть все, началась война. Все начали об этом писать, и я не могла в это поверить, понимаешь? До этого, за 2 недели до всего этого, все вокруг говорили, что будет война, обострится там ситуация на Донбассе, возможно, ну там с Крыма, все. Но когда я увидела все видео в онлайне, что происходило в Киеве пару часов назад на тот момент, да, с 4 утра, я не могла поверить своим глазам. Это вот самый страшный сон, который мог быть. Я просто не могла понять, что происходит и как это вообще возможно. Но это те реалии, которые вот произошли на тот момент. Извини, я очень переживаю. Напомни телезрителям, ты из города? Я из Запорожья. Это как раз тот самый юго-восток. И наша область граничит с Донецкой. 5 дней я находилась, или 6, честно, уже сейчас тебе не скажу. Я находилась дома в Запорожье. Мы все, если честно, надеялись, что это, ну, типа, закончится через неделю. Но так работает, наверное, психика человека, который далек от военного дела и далек от этого всего. И мы думали, что, ну, возможно, это все вот сейчас быстро решится. Но, естественно, мы чем дальше развивались события, понимали, что все это ну, какой-то ужас, и когда уже захватили Запорожскую атомную станцию, и она стала под влиянием, ну, русская армия туда зашла, и все, я поняла, что нужно просто уезжать из города, оставлять все, что, ну, всю свою жизнь, понимаешь? Люди, которые переселенцы с Донбасса, когда они переехали к нам в Запорожье, они уже знали, что это такое, они уехали в первые вот дни войны. Мы же обычные, ну, знаешь, непуганные, как я сейчас называю, такие вот, мы ждали чего-то и теряли время. Ну, мне пришлось уехать, я оставила бабушку с дедушкой, у меня дедушка лежачий, и мои родные сказали мне: уезжай, просто оставляй все, спасай себя, спасай свою жизнь. Слушай, ну как бы это ни звучало, но, блин, мне пришлось реально уехать. Война началась для меня в 6 утра со звонка мамы. Она сказала: сына, началось. После я начал читать новости и будить жену. Потом я понял, что да, началось. Мы с женой провели 8 дней в Харькове, поскольку у нас очень крепкий дом с безопасным расположением спальни. То есть стреляли чуть с другой стороны, и мы не так сильно за себя переживали. Плюс в наш район, скажу честно, по сравнению с остальными районами города Харьков, прилетело относительно мало. На 8-й день войны я понял, что жена не выдерживает того морального давления, которое мы переживаем. Да, честно скажу, и я уже не выгребал. Мало спал, все время переживал, дежурил. Возле окна смотрел, откуда летят снаряды и как. По итогу мы решили ехать в Полтаву к родственникам. Это примерно 140 километров от Харькова. Пока держит город Сумы и пока держится город Харьков, а они держатся отлично, город Полтава будет в полной безопасности. Поэтому мы выбрали пока провести время здесь. Взяли сестру, жены с 3 детьми, всех животных, 2 крысы и кошку. Сели в маленький Hyundai Accent и поехали в сторону Полтавы. 9 часов 140 километров. Много блокпостов, много пробок. Мы оставили в Харькове своих друзей, своих родных некоторых. Мы оставили там свои спортзалы, оставили свои работы, оставили свое имущество, квартиру, которую наконец-то купили. И практически выплатили за нее все, 85%. Мы оставили там всю свою жизнь. Мы уверены, мы туда вернемся, но сейчас очень тяжело. Сейчас мы относительно спокойно живем. И я работаю, помогаю грузить и разгружать гуманитарную помощь, которая приезжает. Жена работает в сфере IT и в свободное время
покупает лекарства, которых сейчас не хватает в Харькове, для знакомых, друзей, всех, кто просит, и отправляет на Харьков. У меня перед тем 23-го было тренування. Друге тренування після присіді, воно було лайтове, там якийсь жим, я навіть не помню. І виходить, ранок в мене буде дівчина. Я зазвичай просинаюся година, ну 8:30 ранку. А тут проснулись десь в 7 через те, що почались обстріли, і при тому, що обстріли були по всій країні, і ну, дівчина була дуже ну, в шоковому стані, скажімо так, тому що ну, я знав, що чимось мусить закінчитись от, Луганськ, Донецьк, от ця вся тема, яка вже 8 років тягнулася. Uh-huh. І я, в принципі, розумів, що таке можливе. І виходить, ми проснулись, на роботу я не вийшов, і ми поїхали зі Львова, коротше, до батьків. Виходить, в мене дівчина Жовківського району, а я з села от, біля міста Жовка. І от ми поїхали разом назад до батьків, квартиру лишили, ми, виходить, знімали її. І все. Ну, було шоком тим, що реально обстріли по всій Україні, виходить, в нас навіть у Львові була година, от ми проснулись, 7, половина 8, я почув 2 вибухи у Львові. Це Львів прям. Ну, не знаю, попередніми даними сказали, що був збитий безпілотник. Або ймовірно ракета, тому що ПВО працювало. І виходить, по Івано-Франківську аеропорт вдарила ракета. Правда, слава Богу, там не було таких критичних пошкоджень. І це я говорю про те, що до чого веду, що це Львів, це Західна Україна. Uh-huh. Що воно тут робило, ну це перепрошую, то не допустимо. І ми от тим були трохи шоковані, що все прям так, ставно почало. І пізніше, вже кінець дня, коротше, це недоспані ночі зразу, всі в новинах, переповнені воєнкомати, прям супер переповнені. Я навіть не знаю, я ще стільки народу не бачив, щоб люди прям так йшли. Ну, це щось з чимось. І в цьому всьому на даний момент ну, дітей я просто бачив, що робиться. Дуже шкода, ну, люди йдуть в воєнкомати, люди відверто скажуть, як вони є, люди хочуть крові. Крові оцих загарбників, тому що не можна дивитись спокійно на оцих вбитих дітей, покалічених, на жінок, на оці обстріляні лікарні, дитячі садки, ну це просто. І ми просто розуміємо те, що наші всі оці проблеми, невиконаний норматив майстра на чемпіонаті України, да, там, це точно. Мала зарплата, то все відійшло далеко на такий план задній, що ну, не передати словами. Ми просто надіємося, що це дуже швидко закінчиться. Хоча воно вже йде якийсь час. Тобто... Ага. На слідуючий день, 24 февраля, почалась війна. Війна в Україні. Я проснулась в 5 утра від звуків бомбіжки моєго міста. Узнала, що на Україну напала Росія. 9 дней я после начала войны я провела в Харькове. После этого было принято решение уехать из горячей точки, потому что у меня сын, моему сыну 9 лет, и первой моей задачей стояло и стоит сохранение его жизни и благополучия. На данный момент мы уже третью неделю находимся во Львове. Что я хочу сказать по обстановки. Если вы смотрите новости, не российские, а украинские, видео разбомбленных городов, то это все правда, потому что я нахожусь здесь, и я все это вижу собственными глазами. Во Львове сейчас тихо,
Но 9 дней в Харькове – это 9 дней ада были. Я до сих пор продолжаю вздрагивать от звуков, которые похожи на звук приближающегося истребителя. Вы слышали когда-нибудь эти звуки? Если не слышали, то дай Бог никогда их вам и не услышать. Вот у вас там так вот говорят, что у нас типа так вот бандеровцы, да? Типа то, что вот ущемляют и русско так вот говорящих, и то, что у нас так вот нацисты здесь, это все дичь. А по поводу вот этих так нацистов, они есть и в, у нас, и в этом, так вот, Беларуси, и в это, так вот, России тоже есть. Понял? Ну, просто то у вас их, получается, так не дают, так, получается, так огласки, да? Потому что вот у вас, в принципе, ну, не знаю, как ты, но как мне кажется, вот у вас прям ущемляют свободу, ну, слово, да? Потому что вот у вас, в принципе, так не пообщаемся. А свободные, так, политические темы. Ну, я пытаюсь максимально быть аккуратным. Выразимым этим. Давай сейчас еще по паре. В принципе... Да-да, говори. Да. В принципе, нам все же так импонирует, что некоторые русские, они по большей степени в инстаграмах тех же так придают так огласки, то, что тут так происходит. Но некоторые, те, кто так, именно так медийные, и спортсмены, и те, кто там берут интервью наподобие, ну, типа таких, вот как ты, понял? Они не разговаривают об этом, не проговаривают это, понял? Я понимаю, что они чуть-чуть так боятся по поводу того, что их там могут немножко так прессовать, да? Ну, как бы так, не немножко, а прям так нормально будут прессовать. Ну, просто это лучше всего и именно так проговаривать, потому что нас просто поубивают нафиг всех. Потому что у нас и идут так обстрелы и по этим так вот военным, и по жилым этим так вот кварталам. Понял, то есть, и, например, у нас обстреляли станцию университет, это, получается, так, площадь Свободы, понял, там была администрация, но ее там уже нет, ну, есть, но там нету ни окон, ничего, оно тупо так вот разрушено, понял, но там остались еще стены. А у вас это могут сказать, что это была украинская армия, обстреляла администрацию? Сейчас знаешь, как самая популярная история в России, что любое попадание российскими снарядами в какие-то украинские гражданские объекты, что там сидят лютые нацисты и прикрываются Азов, живым... Да. Азов, правый сектор, там кто угодно... прикрывается живым щитом в виде людей. Что ты скажешь на этот счет? Нет, такого нет. Ну, ну, скажем так, может быть, где-то это есть, но я этого так не видел ни разу. Понял? То есть, может быть, где-то так между этими так вот домами там, да? Но, опять же таки, а откуда им обстреливать? Понял? Я же так не знаю, в принципе. Я могу тебе так вот рассказать, что вот у нас было здесь, понял? То есть, потому что тут смотреть так, что, типа, я буду их так ограждать, да? Типа, так вот своих, да? И из-за этого я не буду так максимально так объективен, да? По поводу
существования нацистов в Украине и всей той дичи, которую вам втирают в уши по вашему телевидению. Немного в такой форме хочу вам, тут, я так понимаю, аудитория вся будет спортивная. Вот вы занимаетесь в зале, допустим, пауэрлифтингом, да, на протяжении там более 20 лет, а прогресса нету. Тренер, блядь, старый физкультурник, алкаш, там, закончивший, блядь, мясомолочный техникум, вам все время говорит: ребят, блядь, у нас охуенная команда, как бы, ну, мы занимаем первые места вообще в районе. А через дорогу напротив другой зал, где пацаны топчики, Европа, мир, там, питание, методики, восстановление, индивидуальный подход. Ну, может, там, когда-никогда конфеты какие-то сосательные. Без них никуда. А это все почему? Потому что люди нормальные, здравые, они анализируют и делают выводы. Они тупо верят какому-то дятлу, блядь, и принимают это за должное. Откройте глаза и, блядь, поменяйте тренера, нахуй, наконец-то. По российскому телевидению основной довод в том, что русских в Украине притесняют, что сейчас укрофашисты держат в заложниках всю Украину, прикрываются ими как живым щитом. Что ты скажешь на эти доводы российского телевизора? Я скажу то, что я говорю на русском языке, я думаю на русском языке, так уж сложилось, потому что я на юго-востоке живу, и самое как раз, самое уничтожают как раз-таки города, которые говорят на русском языке. Где логика? Почему бомбят Харьков? Почему это происходит? Там все говорят на русском языке. Никакого притеснения никогда в жизни не было. Никогда. Это полный абсурд. Как у тебя сейчас дела обстоят? Ты сейчас на Западной. Что вообще вокруг? Что люди говорят? Вообще, что вокруг тебя происходит? Здесь пока безопасно. Спасибо людям, которые дали мне возможность сюда приехать. Понимаешь, вот как сейчас я живу? День прожила, сыта, есть где спать, и на том спасибо. Это самое важное. Вот как, очень тяжело понять людям, которые не в такой ситуации, но это так и есть. Когда я уехала реально с одним рюкзаком, вот один большой рюкзак. Я даже чемодан с собой не брала, потому что я ехала на эвакуационном поезде, и вот все фото, которые вы видели, как там, сколько людей, толпа, океан людей, ну, невозможно было попасть. Поэтому вот так ты берешь действительно папку документов, какой-то кэш, и все. Ну, и все. Две футболки, прочее, все. И ты уезжаешь. Что происходит в стране? Все в большом шоке, но мы все вместе. Военкоматы, территориальную оборону, очередь. К примеру, меня, офицера запаса, человека, умеющего стрелять и вести себя с оружием, сильного, готового к обороне своей страны, не берут, потому что я не прохожу по их меркам. Нас воюют только военные, и те, кто остались в окружении оккупантов, они партизанят. Даже дают взятки за то, чтобы попасть в армию, потому что люди хотят защищать свою страну любым способом. Раньше давали деньги, чтобы не попадать в армию, сейчас дают деньги, чтобы попасть. Хочу указать на ряд, на очень маленький и скудный из того ряда, который есть, ряд лжи вашей власти вам же. Начнем задавать вопросы вашей пропаганде и вам лично, людям, которые в нее верят. Почему Киев и полукраина, а то и всю, должны были взять за 2-3 дня, а за месяц ничего не взято? Взяты города, которые особо не обороняли. Харьков, Киев, Одесса, Николаев, даже Мариуполь, который сейчас уничтожают, все равно не взят. Почему срочники не идут на войну ваши? Об этом Путин сам сказал лично. А потом оказалось, что срочники воюют, и часть них уже убита. Это сказали все так же ваши власти. Почему все хорошо и вы готовы к санкциям, но сахара нет?
с валютой и с счетов валюту снять нельзя. Все подорожало, доллар по 200-300 в обменниках. Это отдельная тема. У нас в Харькове каждый маленький обменник, которых много, имеет свой сайт, мы там можем посмотреть, какой курс. До войны курс был 29, сейчас курс такой же. В обменниках курс всегда выше. У нас он был до войны 31-32, продажа, покупка. А сейчас он у нас 32-50-33-50. Почему закрыли много СМИ типа «Дождя»? Почему пикет с плакатом «Шестая заповедь не убей» и с призывом «Нет войне» – это нарушение закона, и за это дают 15 суток, штрафуют или садят? Почему Инстаграм и Фейсбук, которые вам закрыли, ваша же страна, это нормально, и вы с этим смирились? Наверное, там слишком много правды показывают. Почему по всей Украине сотни и тысячи единиц вашей техники уничтожены и захвачены? Сотни видео с этими доказательствами, но ваша страна говорит, что все нормально, и операция идет по плану. Почему 1000 солдат РФ валяются по полям? Это так и есть, много видео, много захваченных. И при этом ваши власти не говорят, сколько убито. Скажу честно, наша власть тоже не то чтобы умалчивает, а просто старается не кричать о том, сколько наших людей погибло. Но мы эту цифру знаем, мы их уважаем и ценим. А ваша власть ваших людей кидает как мясо, 19-20-летних пацанов. И вам об этом не говорят. И не скажут, наверное. Почему в нашей армии каждый солдат снимает сотни и тысячи видео с поля боя, а у ваших солдат забрали даже смартфоны? Почему самые разбомбленные места – это гражданская инфраструктура? Могу сказать по Харькову – садики, школы, в которых ну никого нет. Не оцеплен город, никого там в этих садиках и школах нету. Они пустые, их просто разбомбили. Частные секторы, большие жилые районы, в которых никаких производств даже нет, а наоборот, производственные мощности больших заводов, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, но даже не тронуты. В Мариуполе родильный дом то был убежищем нацистов, то вы в него вообще не стреляли по вашей же информации, в ваших вышепоставленных чину. То фиг пойми, что там происходит и в кого вы стреляли. А на ролике с разбора завалов самого мариупольского роддома выходят дети, роженицы, все в крови и поцарапаны. Ну, как обычно, фейк. Где доказательства присутствия НАТО в Украине? Сколько времени вы здесь провели? Где доказательства биологического оружия? НАТО находится в Прибалтике, на границе с вами, и даже ближе к Москве, чем с Харькова, с моего родного города, к вам. Но, тем не менее, НАТО в Харькове – это очень плохо. И его присутствие вы не нашли, но это плохо, вы из-за этого воюете. Почему крики про 8 лет ЛДНР слышно, но не слышно от вас про то, кто такой Гиркин, что он сделал в ЛДНР и сколько раз блокировала РФ ООНовские инициативы касаемо введения миротворческих миссий в эти территории? А я вам скажу 11 раз, об этом вам не говорят с телевизора. И самое главное, почему каждый россиянин кричит о том, что он знает лучше, что происходит в городе, моем лично, в моей стране, хотя он сам там ни разу и не был, или давно не был. Почему вы знаете лучше о том, что происходит у нас, со своего телевизора, чем мы, люди, которые живем здесь? Действительно ли, ты знаешь, наверняка у нас по российскому телевизору пропаганда, то, что Украину захватили националисты, что ты скажешь в ответ на эту информацию с российских телевизоров? Ну, я реально, типу, для мене це бред. Якщо ми бачили, ну, я не впевнено це зараз скажу, але от ДНР, ЛНР, коли там пішли війська і вони там махали російськими прапорами, в це я ще повірю, із нашого, там, із російського телебачення. Но все решта, такого не було. Типу, люди собі жили своїм життям, займалися своїми справами. Йшли тільки от тоді бої на сході. І все. Тобто, оце все, що говорять, ну, для мене то дико. Я прям, я наше телебачення, ну, та, часто сумніваюся, типу, неправда там, що, ну, якомусь плані говорять. Коли я чую цю інформацію, яка вас, ну, по телевізору йде в новинах, ну, це просто. А за Бандерію я взагалі мовчу. Це, що прям говорять, це бред. Тут люди, в принципі, ну, реально живуть простим, жили простим, мирним, нормальним життям.
щоб тут хтось рвався, типу, до Росії, бо ми хочемо жити в Росії. Якби хотіли, давно б та війна закінчилася. І якби хотіли, здалися і так далі. І так само, як це було з Кримом. От і все. І велика заслуга Зеленського як президента, що він досі був. Тобто ніхто ні звідки не тікав і дав команду відбивати то все діло. Бо я так розумію, ну, в мене ж є думка суб'єктивна. Я навіть не пішка там в цьому ділі. Ну, на мою думку, мені здається, от прям Путін, він думав, що це буде так само, як з Кримом, як на Сході і так далі. При владі ще на той час Порошенка і тому подібне. Але ні. Зараз я розкажу о себе саме інтересне. Я являюсь гражданкой России. И я жила в Харькове. Я занималась спортом. Будучи гражданкой России, я стала мастером спорта Украины. Я стала чемпионкой Украины. У меня в Харькове осталась недвижимость, квартира, которую я купила там. У меня в Харькове осталась работа. Я работала тренером в спортзале. У меня было много коллег, которые ко мне прекрасно относились, которых я люблю, и они меня любят, я это знаю. У меня здесь появилось много друзей. И от всего этого меня решила освободить российская армия. Что будет дальше, я не знаю. О каком нацизме идет речь, я вообще не представляю. Так что... То, что Путин рассказывает, что это будет лучше для людей Украины, это все херня, блин. Если ты приходишь, ты приносишь армию свою, и тебе так вот, ну, как бы так посылают тебя нахуй, да? Ну, как бы тебе так говорят, мы тебе не рады, уйди, пожалуйста. Ну, это если так, более мягко так, да? И он не уходит ни хера, и он говорит, нет, вам будет лучше, блин. Ну, что это такое? Друзі, які і воюють нас, тобто військові, вони говорять російською мовою. І в мене нема, особисто в мене нема такої, знаєш, ніби от російська мова це щось погане, це якась там пропаганда, не можна, і тим більше у Львові такого бути не може. Тут пів Львова говорить на російській мові. І нічого страшного, половина Тернополя, напевно. І нічого страшного, типу, да, хочеться української мови, але ми до того всі звикли. Так само я ж не говорю чисто українською мовою. Я взагалі під кордоном з границею з дитинства жив, тобто там постійно суржик, багато польських слів, там, ну, таких переміж, тут такого нема. І що би тут хтось, хто говорив би на російській мові, ну нічого би не зробив. Це зараз не в мові справа, і всі ми то прекрасно розуміємо. Ми хочемо просто миру і нормально жити. Я не буду казати тобі, що ти там москаль чи ще хтось, бо ти на російській мові говориш, і що ти там погана людина. Тому що і в Росії є купа нормальних людей. Я не знаю, купа ліфтерів, барберів, спортсменів, ну типу, я просто як барбер, я і курси купляв в російських барберів, типу, спеціалістів. Ну, цікаво, є з ким про що поговорити. Ну, типу, а зараз ситуація така, що народ злий просто на те, що ми не можемо спокійно на це дивитись, от і все. Я реально, і просто от, ну, можна вже от висновки зробити, скільки людей думає, коротше, що це так має бути. І людей не смущає то, що весь світ там давить оці зараз санкціями, що весь світ допомагає Україні, а не Росії. Ну, типу, я не знаю, потрібно просто бути якось далекоглядніше. Ну, не можна просто дивитись одне і повірити. Ну, типу, якось так. Я просто надіюсь, що это все закончится как можно быстрее.
но в Россию я уже не вернусь никогда. И еще по поводу нацистов. Если по пацанским меркам, то у нас пиздят и украиномовных, и русскоговорящих. Но в основном мы пиздим долбоебов. Все, что я хотел сказать. Скептики, чтобы слушали от украинских лифтеров, ну, если вы именно спортсмены, что они так вот говорят по поводу этого, а не слушать мужчину на вот Урале там, который у вас. И чтобы побольше думали, как бы так вот головой своей, и по поводу новостей, которые так вот рассказывают у вас, что у нас птицы, которые заболевшие так вот коронавирусом будут перемещаться по территории России, мы захватим вашу страну, это все дичь, не нужно это слушать. Нужно просто быть подобрей и понимать, что 40 миллионов не может быть все эти люди так вот нацистами, 40 миллионов в Украине. Просто думать надо побольше и все. И не...